Всем привет! Сегодня мы будем проходить второй этап бомбических приключений Додека. И мне уже много раз сказали о том, как сложно и невозможно получить нужное количество очков для того, чтобы забрать все награды. У нас сегодня мятный прыг-скок крестиком и ягодный большим крестиком. Прикол в том, что с начальной позиции, вот с этой внизу, мы не можем набрать нужное количество очков. Как известно, генш вариабельности прохождения не отличается, поэтому вот метод прохождения обычно только один. И у нас есть возможность перемещаться по доске игральной вбок. Именно так мы и будем проходить этот этап. Теперь берем большую бомбу. Перемещаемся на другую сторону и берем маленькую бомбу. Все, у нас последняя бомба, нам нужно сорвать все самые дорогие рыбки. 34. Неплохо. Сколько нам надо для наград? Ну, в принципе, хватает. Надеюсь, вам помогло это видео. На сегодня это все.